Есть вероятность невыявления инфекции при сдаче анализа на инфекцию методом ПЦР? Стоит ли делать папе биопсию эндометрия, повторно замершая беременность? Здесь я хочу сказать, что вот это я уже ответил в предыдущем, что я бы не стал бы, вот я считаю, что эта часть, это нужно делать только в редких случаях, когда нам нужно доразобраться. Либо если делается гистероскопия по каким-то другим причинам, и мы хотим исключить наличие, то есть я не стал бы делать специально гистероскопии только для того, чтобы ответить на вопрос, есть или нет эндометрит. Если мне нужна гистероскопия для того, чтобы получить какую-то другую дополнительную информацию, тогда заодно неплохо бы сделать и иммуногистохимию для диагностики хронического эндометрита. И хочу еще раз сказать, что обычной гистологии здесь не хватает. Если делать анализ квалифицированно на эндометрит, то важна вот информация именно по поводу CD138 клеток, но с осторожностью, ребята, относитесь вот к этому диагнозу аутоиммунный, потому что это неправильно, то есть это не научно.